привет. Motorola Moto G2. Расхераченный дисплейный модуль. Стекло, в частности. Дисплей целый. Все заменим. Такая вот кодовое название телефона, модель XT10-68. Не хватает винтов, здесь смотрю, влазили сюда уже. 1, 2, 3, 4, 5. Совестно. Не знаю, что я монтирую. Сейчас посмотрим. Разбирали, меняли что-то, возможно, дисплейный модуль. Давайте подключим наш новый черного цвета. Белого не нашли. Клиент согласился на черный. Загрузка идет. Да, не работает тач. Заработал, что ли? Что-то как-то непонятно. Thank you.
Вроде все работает. Что-то он глюканул вначале. Видать, загружался. Включаем. Ну что тут, ничего сложного, походу. Обычная переброска всех элементов сотового телефона с одного на другой. Потому что, как видите, дисплейный модуль сборный. Вот, с рамкой. Уже идет двусторонний скотч для батареи. Остается только перенести все. Снимаем. Винты системной платы. Отстегиваем батарею. Все разъемы. Снимаем батарею. Смотрим, что у нас здесь. Камера. Камера. Датчик. Обязательно резинку датчика переставляем. Здесь у нас прокладка, еще одна. Так, здесь у нас два динамика, один сверху, один снизу. Переставляем. Обратите внимание, дисплейный модуль уже идет с прокладкой. Нормальная комплектация. Здесь у нас резинка микрофона, походу. Переставляем. Так, ну больше ничего не вижу.
дисплейный модуль. Все переставили, прокладки, резинки. Переставляем системную плату с батареей. Звонок. Камера. Дисплейный модуль. Звука, кнопка включения, застегиваем батарею, два винтика, системная плата. Не знаю, может, на самом деле их было и больше. Да, их было больше, вот уже вижу, одного нету. Собираем аппарат. Тут обратите внимание, здесь половина саморезов. Саморезы, я так понимаю, идут вниз. Вот. Восемь саморезов должно быть. 4 внизу, 4 наверху. Вот. И все остальные винтики, которых также не хватает. Такое бывает очень часто, когда приносят телефоны после сервиса, обязательно чего-то не хватает. В лучшем случае это винтов. Включаем смартфон. Да, вот не хватает по одному саморезу, тут два самореза и три винта. Но, как говорится, возвращаем сим-карту. Карту памяти. Карту памяти. Кусики, меня к тебе не пускают. Телефон загружается. Всем спасибо за внимание. Это был Motorola Moto G2. Такая вот черно-белая у нас получилась. Хорошего качества дисплейный модуль. Не знаю, какая у него цена, наверное, евро 50. Всем удачи в ремонте. До новых встреч!